Всем привет! Вы на канале Крисплей, меня зовут Крис, и сегодня мы с вами играем в игру Dead by Daylight. Чем же сегодня обернутся наши приключения, предлагаю узнать прямо сейчас. А пока подпишись на канал, поставь лайк этому ролику и присоединяйся во все социальные сети, ссылочки есть в описании, в шапке профиля, я жду тебя именно там. И мы приступаем к просмотру. Думаю, туннелю и вешал на крюк. Повесь ману в отместку. Было бы прикольно. В лачуге нет генератора, но есть подвал. Я рядом с лачугой. Ну, все тут рядом, походу. Ну что ты меня стопишь? Надо тотем. Это мор. О, это интересно. Палетки обилкой ломать может. Именно Атоном? Да, ну, на способке врезался в палетку и сломал. Ага. Я думаю, это Атон, да. Просто если он ударил ее, то так можно нет, без Атона. Нет, нет, нет. Врезался в обилке. У него первая билка, первый токен пошел в стену, второй токен в этот. Там же не только адреналин 7 токенов дает. Ну, что еще, я не помню, что по-моему будет другие, у нас их только. Там есть один, который минус токен дает. Да. Но есть те, которые ускоряют его. Мор в окно перелез, ужас, страшно. Я пошла снимать. Да нет, он тут. Подставься! А где ты? Да я не тебе. Как это было? Ну алло! Если что, я не сниму, он за мной выехал. Она там... Ладно, у меня риф есть. Если бы он сейчас пробил, я бы охренела. Салун мертвяк в усмерть. Это не пса. Бля. Блин, а я сама такая же, дайте денег. Но я чинила. Пусть найдет меня сначала. Нашла. Он не тоже самохил. Где-то часы. Ломаем где? Пошла на круг. Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do with life instead.
Фанга, знаешь, как будто специально это делает. Плохо, Лерса, плохо, пойдем мы и не побегаем еще. Обидно, наверное. Ой, отлично, пати насобирали полные. Но Фанга меня не будет снимать. 100%. Опять удушающая яма. Вот это мы все на ХГшке так стали. А у нас пелена единственная по входу. По-моему, это не двухсторонняя карта. А не двухсторонняя. Угасающий свет. Господи. Так, ко мне Вивьен пришла. Мне лично пугает то, что какой-то, наверное, стелс мал. Есть такое подозрение. Либо траппер, который на ту части карты траппер. Майкл? Да. 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 Но нет. Где... Только не ко мне, только не ко мне, пожалуйста. А нет, он здесь у ХГ, где мы спавнили с Туси, поэтому... У него, скорее всего, ли... Нет, Наник, обманщик! А я не знаю, что ты... У него красные аддоны. Оба, по-моему. Он не хотел меня из шкафа доставать. Почему? Два красных стакаются у него. Да. Он не хотел шкаф сначала открывать, потом такое увидел, такой, ха. Я вот еще не тот ген, который не кипит. Ну, он на мой пошел ломать. Возвращается, возвращается. Блин, не подходите близко. Он пока кемпит, я могу сорваться сама. Задой пошел. Слава богу, там не бесконечка, но скорее всего фиолетовый этот. Поселишься? Обязательно. Мама, беги! Я тут на себя, просто... Ого! Он пошел это к воротам, где ты висела. Пошел к сторону лошади. А ты в сторону лошади? Не иди. Ну он сзади пошел. Я вижу. Пока. Мементо? Я знала, там фиолетовый надгробие, либо один красный. А, блин, надо было в шкафчик бежать, блин. Я знала это, я знала. Блин, это пипец. Ну все, у нее уже больше нет этой стадии, я же по сути. Или есть? Нет. Она вторые ворота открывает, успеет она меня? Она успеет, убегай. Она успеет.
Я знала, я это видела по нему, когда он хотел, не хотел шкаф открыть. Когда я запрыгнула туда. А я что-то затупанул, я думал, боже, нет, ну да. Вот, и всё. Красные на тропе. Да, я их затупанул, слежка. Надо было шкаф. Вот почему а Террор просто... поздно появился. Он бы убил бы ту аду, либо меня бы убил. Ворот, я просто спас в аду, которая открывала в соло, ворот. Ой. Какой медведь, на кухне. Рандом, пипец. Ой-ой-ой-ой, ребят, что-то на искажение. Преследователь. Попишешься. У него синие глазки. О, боже мой. Меня кинули. А за тобой бегали, как бы мне даже не, да. Не были эти. А мне не показывали даже, что эти палочки были, чтобы ты понимала. Ну это что-то слить не было. Даник, ты снимешь? Ну пусть повисит, я гину хочу починить. Да и в принципе он еще на первой стадии, еще все время почини гину. А нет, я вас понял, ладно. А это ваша шотная была? Подожди, хочешь сказать? Нет. Блин, ну за тобой пошел ты на игру. Шкаф я открою. Даник держала сколько могла. Даник вовлекательный, ну... Отвали, да. Урод! Ой, бот, ада, давай, поднимай. Я чини в этом углу на втором этаже, где туалет. Давай, чини. Мы сейчас полечимся с Джеком. Два мужика стонут. Ладно. Ручками друг друга трогают. Это... До шкафчики. Меня спалили! Капитан Джек! Нет, нас спалили. Или как там было? Хьюстон, нас спалили. Иди к чёрту. Так, Ада открывает ворота. Я не успела, я почти к вам прибежала. А, ты здесь? Да, я здесь. Ты не успел, полетка. А, бля, всё, уходите. Мы с подвала не достанете с-под экстра. Лесо не затупит. Он взял ножи. Он в углу стоит, возле шкафчиков там, по-моему. Подожди, он задой пошел на ворота? Да. Дурак, что ли? Ну, а сейчас идёт сюда обратно. Прости, Даник. Да беги, я тебе сейчас спинку ставлю. Тут ворот открыт. Беги, моя хорошая, беги. Я бегу. Беги. Я успеваю. Я тоже успеваю. Хорош.
Видишь, а ты же еще говорю, не снимем, а я верил в тебя. Я верил в себя. Красавчик. Ну, конечно, лох. Простите, ну так просто, ну если просто... Ну, на сегодня у нас все. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и присоединяйся во все социальные сети. Ссылочки в описании и в шапке профиля. Увидимся с тобой в следующем ролике. Пока-пока.